Юль, доброго дня. Добре. Я рада вас бачити тут на волі. Мені здається, що для людини, яка 8 місяців просиділа в в'язниці, це вихід абсолютно в інше життя, в інший світ. Коли вийшли, які були перші думки? Сначала мне кажется, что у меня даже каких-то особых мыслей не было. Вот. Было такое странное немножечко ощущение, что мы сейчас куда-то съездим, переездим, а потом меня, наверное, вернут обратно. Потому что вы были не готовы до этого решения, правда? Я была не готова абсолютно к этому решению. На суд, конечно, каждый раз едешь с надеждой, но учитывая столько, сколько судов мы прошли, вот, по-моему, где-то это ближе к 20 уже идет, вот, то ты себя пытаешься сдерживать с этими надеждами, потому что если слишком большая надежда, то потом будет слишком сильное падение с этой высоты. Мы с вашим человеком Петром встречались в парку Шевченка, когда была акция на підтримку и вас, и Ріфа, и Яна Дугарь теж там була. Він нам розповідав взагалі про умови тримання вас у в'язниці. Не забуваємо, що ми зараз живемо ще в період пандемії. Ви лікар, як ніхто, знаєте, наскільки легко заразитися і взагалі наскільки важко там з точки зору здоров'я перебувати у в'язниці українській. Розкажіть в двох словах, я знаю, що це була камера, двушка, в якій час від часу міняли людей, які до вас підселялися. Та? Що це були за умови і як ви там жили? Ну, вот сказать, что именно условия, да, в изоляторе временного содержания катастрофы, ну, на самом деле сказать нельзя. То есть, может быть, мне было бы выгодно говорить, что это все было там совершенно катастрофа. Нет, этого нету. То есть, это камера. Она действительно маленькая по размеру, особенно для двоих человек. Самое тяжелое в ней было то, что окна не открываются. Вот они затонированы, и они не открываются. Не открывается вообще. Вот этот момент, он был ужасен, потому что, да, вроде бы работает вытяжка, но это вытяжка, по-моему, с 84-го года. Можно себе представить, вот какие там внутри, наверное, ну, крокодилы или чужой, там это однозначно уже есть. Камера, ну, как ты ее будешь содержать, вот так ты и будешь жить. То есть, насколько ты ее будешь вычищать и все остальное, вот так ты и проживешь. Это не отель, это даже не больница, где к тебе там придут, повымывают за тобой, да, и веди себя как хочешь. Нет, это место, вот где я провела 8 месяцев, и я четко отдавала себе отчет, что как я утром вымыла пол, так этот день я буду дышать. Кто те люди, которые были с вами там? Очень разные были. Абсолютно очень разные. Были по девочке по абсолютно разным статьям. Очень много я поняла, что это на самом деле действительно большая проблема. Это вот эти закладки наркотиков. Это огромное было количество. Это вот я уже сейчас знаю, это 307-я статья. Я уже набралась знаний, которые мне не нужны, но они уже есть. А девчонок таких было много. Это обычно совершенно молоденькие девчонки, которые вот захотели быстрых денег, каких-то там телефонов, еще чего-то. Вот. Ну и рано или поздно оказывались моими соседками. Як це собі взагалі пояснювали протягом цих 8 місяців? Ну, это... Я вот всегда, наверное, буду и говорю, и буду говорить, объяснить с какой-то точки зрения, с какой-то логики, это невозможно. Потому что все вот то, что происходило последний год, единственное слово, как это можно обозвать, это называется иррациональное. Отсутствие логики, отсутствие вот какой-то там доказательной базы, отсутствие какой-то последовательности, что ли, сюжета. Этого не было. Есть сплошная иррациональность. Она заключалась с самого же первого дня, наверное, как вот выбрали на роль исполнителей вот меня, Андрея и Яну. Почему мы? Да? Люди, которые не бездельники, там, не, я не знаю, ну, наоборот, какую-то приносят пользу этой стране. Почему такой был выбор? Ну, вони кажуть, що ви хотіли зробити дестабілізацію в країні. Ну, крім того, що захопилися, безумовно, ультранаціоналістичними поглядами. До речі, ви захоплені ультранаціоналістичними поглядами? І величі різкі раси. Це основне. Це було настільки удивительно, що, я ж говорю, у мене перші питання, які були, подождіть, я десь свастику на стіні нарисувала.
где упустил этот момент жизни. Вот. Или вы во время обысков, значит, вытащили там залитый слезами Майн Кампф или обцелованный портрет Гитлера. Откуда вообще это могло взяться? Пам'ятаєте ту телефонну розмову, яку Коваль подавав на звісній прес-конференції, та, і про сакральну жертву? Оцей фрагмент, я думаю, дуже буде цікавий глядачам. Ви можете пояснити нам, про що саме ви там говорили? Ми зараз фрагмент нагадаємо. Нам нужен герой жертва. А учитывая, что вот это номер один, я бы сказала. Герои наш были разные герои, нам нужна Ада. Що це була за розмова? Ой, это было вообще, ну, длилось, по-моему, минут 30 или 40. Созвонились две барышни, у которой было свободное время. И вот они что-то себе обсуждают, причем обсуждалось все подряд. Вот, наверное, как те чукчи, на что смотрю, про то пою. Вот, по-моему, мы обсудили там акции, мы обсудили власть, мы там вспоминали Майдан, вот, что как это, собственно говоря, раньше было активно, а вот сейчас, значит, как-то так общество стало неинтересным. Но это говорилось каким-то... Ну, тут больше, наверное, применимо сленговое слово со стёбом. Потому что это не юмор, это вот какой-то был такой вариант стёба. Вот сидят две барышни. При том, что самое интересное, я помню, что у нас постоянно обрывалась телефонная связь, и мы еще хихикали из серии «Ну, надо мальчикам приветы передать». То есть настолько это был несерьезный абсолютно разговор, вот, что мы даже не обращали внимания на прерывание связи, и даже подозревая, что, возможно, нас слушают. Ну, хорошо, послушайте, давайте посмеемся вместе. Вот. И когда этот телефонный разговор порезали кусками, значит, и вытащили на свет Божий, ну, сначала мне было очень неприятно. И в первую очередь, мне, по-моему, на суде мне было на первом чуть ли не все равно дело Шеремета, мне неприятно было перед Марусей. Это был такой вот чисто человеческий какой-то момент. И она вас потом підтримала, до речи. Да, когда ты вот без всякой злости, без ничего, какую-то ерунду там, собственно говоря, смолол, вот, это стало известно, и тебе стыдно. Абсолютно человеческая была вот такая реакция. Но когда прошло время, когда это начало звучать на судах, это выносилось мне в риски, почему я должна быть под арестом, вот, у меня всегда возникал один такой вопрос. Хорошо, мы говорим про дело Шеремета, но почему-то звучат разговоры 19-го года, где нету ни одного слова про Павла Шеремета вообще, ни про обстоятельства убийства, ни вообще что-то, вот, что связано там с журналистской ее деятельностью или вообще с его личностью. То есть в рамках дела Шеремета рассматривается абсолютно какой-то левый разговор в 19-м году двух барышень, но это все идет к делу Шеремета. Яким образом? Ну, наскільки я розумію, хотіли показати психологічний портрет, що це сміливі жінки, жінки, які бачили війну, бачили смерті, ще й в такий важкий для період країни, вони, ну, вони не будуть колупати пічку в моменти, коли вони будуть мати мотивацію. Це хотіли продемонструвати. Ну, в такому випадку у мене є тільки один відповідь, а ще й на батарею фотографувалась, але водити так і не навчилась. Тут сподіваюся, що у вас скоро буде для цього час. А, Павло Шеремета, ви його знали? Нет, вообще. До вбивства, до цього випадку? Нет, вообще. Может быть, я там, например, попадала на какие-то его статьи, там, если они были в соцсетях. Может быть, я читала, но я не знала, что ты написала Павло Шеремет. И то я в этом даже не уверена, что я попадала на эти статьи. Потому что обычно я там перечитывала там, то, что касается непосредственно там, Донбасса, потому что я волонтер, ну и там по своей специфике работы. Чего вы про него знаете взагалі, в принципе? Вы знаете, я только позавчера получила доступ вообще к каким-то информационным системам и моментам. И все, что я знаю про Павла Шеремета, это только то, что я видела по телевизору и в разрезе меня. То есть не знала и продолжаю практически не знать. Я на суде честно говорила на первых судах, что, ребята, если вы даже фотографию поставите, вот несколько фотографий, я не узнаю, кто это. Я не знаю, как этот человек даже выглядит. Вот сейчас я уже знаю, я уже телевизора насмотрелась. Вот, я знаю, что он был журналистом в Беларуси, потом, по-моему, в России, потом приехала в Украину, имел проукраинскую позицию. Вот примерно мое знание, оно вот такое. Знаю, что вроде как по каким-то журналистским расследованиям он вел свое журналистское расследование, был накануне публикации, есть такая теория. О чем оно было, неизвестно, в материалах дела я это не видела. Я робила інтерв'ю з Артемом Шевченко. Для глядачів, друзі, це речник міністерства внутрішніх справ. Ну, ми вже поговорили і
про вас і подивилися кадри, які були озвучені на прес-конференції. Я кажу, окей, давайте в бік відсунемо цю іронічну фразу про погляди і про дестабілізацію, що, в принципі, доволі абстрактно. Мені не зрозуміло, як Шеремета, ну, історія могла дестабілізувати ситуацію, але окей. А він сказав, а ви не допускаєте, що вони не могли знати, що вони закладають? І тоді все вимальовується в якусь картину, що вони хотіли просто когось налякати, не думаючи, що це може мати наслідки смерті. Ну, давайте повернемося к нашим личностям. Тобто на той момент мені було 36 років. Достаточно сформированная женщина со своими какими-то взглядами на жизнь, да, вот на что-либо еще. Уже на тот момент зав. Отделение, кандидат медицинских наук, там сколько-то там научных статей во всем остальном. То есть можно предположить, что я взяла петарду в руки, решила пойти попугать журналиста. Или из серии, девушка, вы не хотите вот эту вот штучку прийти и приклеить под машину? То есть это более реально. На мой взгляд, это так же реально, как и вылечь риска расы и дестабилизация в стране. Якщо ми збоку, ну, ви зрозумієте мене правильно, я критично мислячий журналіст, я довіряю тільки фактам. Якщо ми збоку подивимось, ну, взагалі на історію всієї команди, яка за думкою слідства до цього причетна, то в принципі знайомство певних людей там було. І наскільки я розумію, ви з Андрієм були знайомі, да, до того, та ви не були знайомі з Яною? Ні. Не були знайомі з Яною. А з подружжям Грищенків? Была знакома, мы познакомились лично в 2018 году. В 2017 году я уже проверила по своему фейсбуку. Мы с Инной зафрендились в фейсбуке, угу, с Владом в 2019 вроде бы, то я даже не уверена. И лично мы познакомились в 2018 году. До этого мы ни разу не виделись, не знали. Даже в материалах следствия написано, что в 2016 году фактов общения у меня с Яной Дугарь, с Владом и Инной Грищенко нету. А що вас пов'язувало у стосунках з цими всіма людьми? Війна? Волонтерство, війна, тому що всі так чи інакше займалися якоюсь волонтерською діяльністю на цей момент. На вашу думку, от кадри, які у суспільства викликали найбільше занепокоєння, ну, своїм зовнішнім, з першого погляду, сходством, це кадри з Яною, з дівчиною, яка нібито проводила розвідку, фотографувала місце. Ви бачили ці кадри? Да, можна коротко прокоментувати. Схоже вам Яна на цю дівчину? Як гвоздь на гвоздику. Отак? Да. А чому ні? Аргументуйте. Ну, во-первых, все-таки у мене взгляд врача. Да? То есть у мене по отношению к внешности человека есть какой-то профессионализм, когда я смотрю. Девочка на фото, на мой взгляд, очень молодая, моложе даже, чем Яна на тот момент была. Мне кажется, что эта девочка склонна к полноте. И Яна, во-первых, Яна смуглая сама по себе. Там очень белокожая девочка, которая в середине лета, вот если пересмотреть, обратите внимание, в середине лета имеет очень-очень белую кожу. Это очень белокожий человек. Но вот за камеры спостережения, они могут тонны видавати. Можно шкер посмотреть на рядом идущих людей, это видно. Угу. То есть сравните с рядом идущими людьми, видно, что люди более темные, у них есть загар какой-то. Вот, а девочка, тем более она идет в шортах, она белокожая. Но опять-таки вопрос татуировок. Угу. Вот, вопрос угла зрения, да, вот, потому что это сверху, это под углом, это вот скуловая вот эта вот часть идет, это нос. И если в этом ракурсе посмотреть сверху, то практически любая женщина с распущенными волосами будет похожа друг на друга в пределах одного возраста. Ну, там еще и рисы обличья акцентували на такие форме... На портретной экспертизе. Да, да, вот, это... носа и... Я очень обличья люблю вопрос экспертиз, потому что, опять-таки, я врач, и экспертизы я читала очень внимательно. Более того, я даже изучала, например, если это касалось криминалистического анализа походки, я изучала работу Айвана Бирча, я их все перечитала. То есть все его рекомендации там в оригиналах, это все вычитано. Но что касается портретной экспертизы по Яне. Ситуация следующая. В материалах дела есть портретная экспертиза 2016 года, где написано, что экспертизу провести невозможно по причине того, что низкое качество съемки. Но в 2019 году
все з тою ж зйомкою. Качество, якість поліпшується. Да. Ви і Андрій, за думкою слідства, надто схожі за тими експертизами, які я сьогодні їхала до вас, читала поданими обвинуваченням, на двох людей, які закладали вибухівку. Зараз для глядачів те, чого, можливо, могли не вхопити на судах, ті, хто не дивився стріми, а бачив тільки випуски новин, чому це не ви? Ну, смотрите, сильно похоже. Это, конечно, замечательный такой термин, вот, очень емкий, объемный и страшно доказательный. Можно чуть-чуть, а можно сильно. Да, да. Да, вот. А можно условно быть похоже, условно достаточно похоже, как это в одной экспертизе звучит. Вот. Но давайте говорить тогда языком экспертиз. В отношении двух людей, которые идут по видео, был проведен ряд экспертиз. И вот тут надо их различать. Есть экспертизы 2016 года, которые были проведены по этим видеосъемкам, и есть экспертизы 2019 года. И почему-то они кардинально друг от друга отличаются. Самая, наверное, такая показательная – это антропометрическая экспертиза. В 2016 году было проведено две антропометрические экспертизы. Было написано в выводах о том, что определить особенности походки, там, фигуры, жесты, мимика невозможно. Ну, лиц тоже так нету. Но можно определить рост. Его тогда определили по одной экспертизе, одним методом. Это был приблизительно одного роста люди, 2-3 сантиметра разницы, рост порядка 168 сантиметров, с отклонением плюс-минус 3%, это 5 сантиметров. По второй экспертизе, другой уже методикой, разницы большой не было, то есть это был рост уже порядка 170 сантиметров. Люди приблизительно одинакового роста. Но когда, видимо, я так понимаю, в 2019 году на нас упало такое счастье, нас обратили внимание с Андреем, достаточно хорошо было видно по нашим фотографиям в Фейсбуке о том, что у нас разница в росте, она видна на глаз и даже не прищуриваясь. Який у вас зріст? У мене 166, у Андрія 180. Угу. Це за даними антропометрії. Тобто для глядачів одразу зрозуміло, що 14 це доволі, сантиметрів, да. Доволі великі. Да. На фотографії це видно камера. Прекрасно. Фотографії там, де ми вместе їздили в АТУ, це замечательно було видно. Тому літом, в июлі 2019 року, проводиться третя експертиза антропометрії, яка дає заключення о том, що а установить рост этих людей невозможно. То есть мы опять имеем тот же казус, как с портретной экспертизой. Да? В 16 году установить рост было возможно двумя методами, а в 19 году, ну, может быть, третий метод был, он не смог установить рост, но берется экспертиза 19 года. И тут возникает еще тогда следующий вопрос. Мы имеем по экспертизе 19 года двух людей, у которых невозможно определить там особенности походки, жесты, мимики, портретную экспертизу и все остальное, и у них даже невозможно определить рост. Но почему-то это мы с Андреем. То есть определить невозможно ничего, но это мы. А на каком основании? И основание для того, чтобы подписать подозрение и взять нас под стражу, было создано буквально за день до нашего ареста. То есть нас арестовали 12 декабря, 11 декабря была проведена, ну, просто титаническая работа. За 11 декабря было выдано несколько экспертиз на базе КНИСЭ. Одна из них с привлечением эксперта из Великобритании Айвана Бирча, криминалистическая экспертиза походки. Методика, принятая только в трех странах, методика очень субъективно, и Айван Бирч в своих оригинальных работах об этом пишет. Методика, которая имеет чувствительность 71%, 29% припадает на ложноположительные результаты, а 29% – это каждый третий случай. Вот. Но хорошо, оставим эти моменты в покое. Вот. Возьмем только один такой момент, что эта экспертиза, которая так громко прозвучала вот на брифингах, и этот эксперт, оригинала экспертизы, ну, который логично должен быть на английском языке, его нет. Его не было ни на одном судебном заседании, его нету в материалах дела. Так а как он тогда может быть доказом? Я не знаю. Документ. Это дело Шеремета. Я говорю это так. А так.
Да. То есть есть украинский текст набранный, под ним непосредственно, под этим текстом, нету ни печати, ни подписи Бирча. Подпись Бирча появляется только в составе комиссии под общими уже выводами со всех экспертиз. Под его личной экспертизой его подписи нету. Нету оригинала, нету переводчика с сертификатом, предупрежденного про криминальную ответственность при переводе. Этого нету. То есть, либо ее нет вообще, либо она есть, ну, наверное, мені щось не то написано. Чому вас випустили, ну, окей, під домашній арешт, але ви тут, а не там, а Андрія ні? Ви думали про це? Яка причина? І ті глядачі, які не бачили засідання, власне, на якому Юлю випустили, суддя, ну, не приховуючи, робив це з таким, знаєте, стриманим задоволенням, це виглядало все... Я зараз, знову ж таки, оціночно кажу. Ніби десь було прийнято рішення, що Юлія Кузьменко має вийти. Не знаю, щодо Андрія, але щодо вас так чомусь здавалося, якщо спостерігаєш засідання одне за одним. У вас схожі думки, чи я не права? Ну, я думаю, що у мене теж така мисль виникала, да? Тому що коли ти йдеш із суду в суд, із суду в суд, і от все, що ми говоримо на суді, це вже стільки раз говорилось, стільки раз це все вже, всі так називаємо в кавичках доказательства розбивались, може, ти заходиш в очередной суд, ну, з таким, да, з надіждою, ну, ощущенням безнадіжності в то же время, от надіжда і безнадіжності, тавтологія, ну, це так. І коли судді начинают задавать вопросы, а этого не было раньше. Судьи практически никогда не задавали вопросы прокуроров. То есть, что бы мы ни говорили, вопросов не возникало. И тут судьи начинают задавать вопросы. Вопросы сильные, вопросы грамотные, тем более этой коллегии мы слушаемся не первый раз. То есть, у главы еще судьи Сливы это уже третье у нас слушание. Вот они это дело хорошо знают. И они с таким хорошим знанием дела начинают задавать правильные и очень жесткие вопросы. Вот. И, конечно, это был такой момент, когда, ну, и мой адвокат, и я, мы замерли. Вот мы замерли, я попыталась что-то адвоката спросить, он мне сказал, молчи. И больше мы боялись вообще что-то сказать, и, наверное, боялись дышать в этот момент, потому что мы услышали вопросы к прокурору. Вот. Это было что-то такое невероятное. И финальная фраза, когда спросили, что доказательства, кроме вот этой психологической экспертизы, про которую вот я тоже хочу сказать, что-то у вас еще есть? И прокурор сказал, больше ничего нету. И на этом закончился суд. Вот. И даже вот несмотря на это, конечно, когда судьи ушли, ну, в комнату совещания, я все равно боялась дышать. Я разговаривала, конечно, я там улыбалась, ну, как-то держалась. Мне, когда я что-то делаю, всегда легче держаться. Но внутри это было состояние окаменелости. Потому что вот если сейчас вот эта надежда появилась, и даже если эта надежда рухнет, ну это будет уже катастрофа. Давайте про цей стан. Я розумію, що, напевно, шок пройшов десь протягом тижня після того, як вас туди посадили. Ви сказали нам, це було перше засідання, да? Де ви сказали, що телевізор вчора зруйнував моє життя. Зараз ви думаєте інакше? Життя Юлії Кузьменко за ці 8 місяців зруйноване телевізором і цими людьми або ні? Життя, вона йде по спіралі. Вот. І в той день телевізор дійсно розрушив мою життя. Этот день не изменить, он уже состоялся, и так произошло. Вот. И то, что я сказала, оно имеет право быть и существовать. Но прошло уже 8 месяцев. Вот. И сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что как в тот день телевизор разрушил мою жизнь, так на протяжении 8 месяцев он ее обратно и восстанавливал. Потому что я наблюдала, телевизор у меня появился где-то недели через две. Интернета в камере немає, друзі, щоб да, розуміло. Да, нету. Mm-hmm. То есть это, мол, единственный был канал информации, ну и тогда, когда еще адвокаты приходили. Вот, поэтому я через телевизор наблюдала все происходящее, там, ну, выцепливая по частицам происходящее по делу Шеремета. Вот, и я смотрела, как вот это вот первое негодование, которое лилось с наших голубых экранов. Вот, вот это возмущение. Ну, в принципе, понятно, если люди не знают нас лично, вот, и тут выходит
люди с таким статусом и говорят, что вот они убийцы, почему кто-то должен не верить, да? Абсолютно логично. Хотя, как я сейчас понимаю, даже те, кто нас лично не знали, тоже не поверили, как, к моему удивлению. Не настолько, видимо, Украина наивная страна. Вот. И потом все начало сменяться. То есть сначала появилось какое-то, вот, я так чувствовала, недоумение. Да? Это, следующее за этим недоумением были какие-то вот, вопросы. А потом появилось возмущение. Возмущение, а зачем вы нам это скормили? Вот. И вот так вот мы прошли от резкого падения через телевизор до того момента, что я сейчас живу здесь, потому что на самом деле, если бы не принципиальная позиция журналистов, если бы не то, что граждане Украины не согласны кушать все подряд, вот, но я бы здесь не сидела, думаю, что все было бы намного грустнее. Родина Павла і його дружина, цивільна Олена Притула, знаходили якісь засоби комунікації з вами? Ні, я давала інтерв'ю «Українській правді», це було. Тобто був перечень питань, я відповіла на ці питання. Це вся комунікація? Да. І зараз комуніцірувати абсолютно не можу, це стоїть у мене в запреті. Угу. Коли ми з Петром, з вашим чоловіком зустрічалися в парку Шевченка, він розповів, що, от ви зараз говорили, що з адвокатами зустрічалися, що можливість зустрітися з родиною була вкрай обмежена, і, зокрема, із сином. Скільки сину зараз? 14. 14 років. Це такий підлітковий вік, дуже для тих, хто має дітей, ну, дуже важливий в період, коли дитина міняється, і ясно, що мама має бути поруч. Як ви цю розлуку переносили? І як ви йому пояснили? Я уявляю, що для дитини, в якої мама була успішною рятівницею життів дітей, і раптом для його друзів, що дуже важливо, напевно, в цей період, і, в принципі, для нього самого ви суспільно от стали вбивцею. Ну, смотрите, ну, я начну с того, что как я, да, к этому относилась. Конечно, это самое первое, за что больше всего я переживала. Как мой ребенок придет в школу? Как к нему отнесутся в школе? Да? Вот сейчас на всю страну прозвучало, что его мама вроде бы как убила кого-то. А как он будет действительно общаться с друзьями? Как он это переживает психологически? Как объяснить? Я долго думала, как объяснить, но когда ребенок пришел на свидание, я тогда объяснила ему очень просто. Говорю, Артем, говорю, однажды вы по истории будете изучать такой раздел, как репрессии. И вот тогда ты поймешь намного больше. Говорю, когда-то мы с тобой поговорим, вот, и в деталях это разберем. В отношении школы, конечно, больше всего, чего я боялась. Вот здесь было такое приятное удивление, опять-таки, очередной раз не съеденное то, что было преподнесено, потому что моему ребенку в школе классная руководительница, и родители одноклассников, одноклассниц сказали просто, что Артем, ну вот, это все полная ерунда, это неправда, твоя мама герой, но они знали, что я волонтер, твоя мама герой, не переживай, это все закончится. Вот, была поддержка, дети приезжали, вот к нам Петя ездил, забирал детей, они приезжали сюда, вот они ночевали у Артема. Да, я люблю эту страну, она настоящая. Щодо ваших колег, це, я думаю, ця історія дуже лакмусувала. Однозначная поддержка, вообще без разговоров. Да? Да. На все судебные заседания, каждую пятницу мое отделение приходило постоять под ЭТТ, без вообще каких-либо разговоров. То есть друзі. Полная поддержка. Точно так же. Так вот люди, которые приходили на судебные заседания, особенно самые первые, да, когда еще все остальные сомневались, но те, кто меня знали, пришли сразу, вообще без всяких разговоров, у них не возникло даже минимальной какой-то иллюзии или сомнения, а вдруг. Вы кого вважаете наибольшим ответственным за то, что вы эти все месяцы сидели в вязнице? Сложный вопрос. Почему? Потому что, опять-таки, это все происходило какими-то этапами. Вот. Первый этап, там, больше считаю, что Аваков.
Потом наступает этап, а ты сидишь и думаешь, ну а зачем вот президент вообще туда пришел, потому что ну это криминальное расследование, да, и зачем политик самого первого уровня, да, пришел на этот брифинг. Потом ты думаешь, а простите меня, Рябошапка вообще смотрел, что он подписывает? Я думаю, что ответ на этот вопрос мы увидим по окончанию этого дела. Слишком много вопросов, слишком много непонятного всего. Так как это дело разрулится, я думаю, что мы поймем больше. Угу. И вот тогда мы, наверное, поймем, кого надо обвинять в том, что произошло. Потому что сейчас это будет с моей стороны так же честно, как и со стороны, наверное, МВД по отношению ко мне. Вот такая конспирология, целая бандиада. Вот, но по факту ничего нету. Я думаю, что Аваков або Зеленський, або його оточення, ну хтось точно подивиться це інтерв'ю. Якби зараз на моєму місці сидів би міністр внутрішніх справ, що б ви йому сказали? Я би його спросила одну річ. А чому ми? А от чому іменно ми? Чому це були вибрані на цю роль? Раз уж ви вибирали. А я-то точно знаю, що вибирали. Я-то точно знаю, що нас не було там, ми не взривали Павла Шеремета, значить вибирали. А почему волонтеры и військовослужбовцы? Почему майдановцы? Вы же себя всегда так патриотично позиционировали. Откуда такой выбор? Невідомо. Якщо раптом так станеться, ну, я думаю, що ви вже всі варіанти розглядали, тому я можу це в голос. Я думаю, що вас цим не спантеличу. Якщо так станеться, що визнають винними і вас, і Андрія. Перше моє питання, що ви будете робити? А друге, як би ви хотіли, щоб реагувало суспільство, якщо це раптом стане можливим? Ну, проще, наверное, ответить, що ми будемо в этом случае делать, это продолжать, конечно, бороться. То есть без всякого сомнения, например, на Европейский суд по правам человека все нарушения, а их огромное количество в деле Шеремета по отношению к нам, они уже отосланы. Вот. И все дальнейшие нарушения будут точно так же вдогонку уходить у нас на СПЧ. Вот. С этим, собственно говоря, все ясно. Однажды решение СПЧ мы все-таки дождемся и обсудим. Конечно, чуть-чуть в прошлом времени, он не так быстро работает, этот суд, но все-таки нам будет о чем поговорить, да, о том, как это дело шло и что там у нас такого интересного допускалось. А реакции общества, ну, опять-таки, я надеюсь, что общество будет оставаться все таким же принципиальным, то есть все таким же небезразличным. Что 8 месяцев это тянется, интерес не падает. Он, наоборот, повышается. Да? Люди начали выходить на протесты, люди задают вопросы. Хотя я так думаю, что ожидаемо было, что вот сейчас поговорят, повозмущаются, а потом, так как это часто происходит, к сожалению, успокоятся и будут потом иногда там в Фейсбуке вспоминать, как нехорошо получилось с людьми, вот, как неудобно и вообще все это несправедливо. Ну, вот. Слава Богу, что на сегодняшний день деле Шеремета это не так. Вот. Это действительно, это и общество само, и то, что говорят о принципиальности журналистов, потому что это погибший коллега. И все идет не по пути уменьшения, а все идет по пути возрастания количества вопросов. И останнє моє запитання. Я думаю, что кожна беда, ну, в житті людини, вона чомусь, ну, якщо не вчить, то принаймні з коровою до певних висновків. Це дивно прозвучить, але в'язниця вас чому навчила або що відкрила для вас? Скажу банальщину, тому що, наверное, дуже багато людей цю фразу говорять, вони такі збиті, но навчила розумінню того, що щастя на самом деле оно дуже простое. Это не как, господи, какая-то была книга «Гиперболоид» инженера Гарина. Я когда-то запомнила фразу, что счастье – это такое погоня за счастьем, а еще в воспоминаниях. Вот, я помню, что я сидела, думала, в детстве еще читала, какая грамотная фраза. Через 8 месяцев сейчас я вот ее вспомнила и могу сказать, какая-то ерунда, вот честно. Потому что счастье, оно настолько простое, элементарное. Счастье, когда твои родные
живы и близки, они рядом с тобой. Счастье – это дом, счастье – это друзья. Счастье – это нормальные люди, у которых есть поддержка. Счастье – это вот бегающая, хрюкающая там собака. Оно очень-очень простое на самом деле. Но это можно понять, когда однажды тебя выдернут с этого счастья и заберут это все у тебя. Цену и школу втрачаешь. Да. Да, на самом деле это правда. Да, звучит избито, но это самое основное, чему я научилась. Я первый день ходила, я когда приехала, я же говорю, я даже ходила, я трогала стены. Я не спала ночью, я первую ночь вообще не спала. Я радовалась тому, что я могла смотреть в окно. Я увидела звезды и луну. Я 8 месяцев не видела луну, звезды и солнце. Я не видела практически неба. Вот. Вы напротивала все эти 8 месяцев? Я не работала всего 7 месяцев. Я не знаю, когда я выйду на работу. Потому что пока что круглосуточно домашний, конечно, такой возможности мне не дает. Но все равно вот уже я становлюсь счастливой. Потому что вот дом, вот семья, а со всем остальным, пожалуй, я справлюсь. Я дуже дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що щастя буде, ну, на свободі так точно, а потім ця історія змінить ваше життя так, що ви... Ну, станете ще більш щасливою, ніж були. Думаю, що вона точно лакмусувала багато що. Дякую вам за розмову. Спасибо, Ірина.